При остановке дыхания пострадавшему следует немедленно сделать искусственное дыхание. Вначале пострадавшего нужно уложить на спину. Затем освободить дыхательные пути. Тем самым следует освободить путь для прохождения воздуха в его легкие. Запрокинув назад голову пострадавшего, одну руку подкладывают под шею, а другой надавливают на темя. Затем каждые 5-6 секунд вдувают воздух в его рот или нос. При этом закрывают, соответственно, нос или рот пострадавшего. После каждого вдувания, то есть вдоха, открывают рот и нос пострадавшего.